Международный турнир по волейболу «Сидя» в памяти Мирона Гуревича прошел в начале декабря в спортивном зале Дворца молодежи. Участники турнира – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Полевые игроки находятся на площадке в сидячем положении. В этом году за первенство боролись лучшие команды Казахстана и России. Екатеринбуржцы «Родник-1» и «Родник-2», сборная Казахстана и хозяева турнира в обновленном составе – команда «Амич». Мирон Гуревич одним из первых в нашем регионе начал работать со спортсменами, имеющими ограниченные физические возможности. Под руководством Мирона Лазаревича команда «Амич» не раз становилась победителем и призером престижных региональных и федеральных соревнований. Его знали и любили за пределами Омска. Вероятно, поэтому 14-й год подряд в Омск приезжают сильнейшие команды. Раньше этот турнир проводился с большим количеством команд. Во многих городах России команды были, они всегда приезжали, они прекрасно знали Мирона Лазаревича и поэтому с удовольствием приезжали. По организации мы, наверное, самые лучшие, даже лучше, чем на чемпионате страны всегда. На турнире по волейболу «Сидя», который традиционно проводится в рамках декады Международного дня инвалидов, спортсмены встречаются не только для того, чтобы оценить свои силы. Мемориал Гуревича в Омске славится еще и теплой дружеской атмосферой. Здесь спортсмены общаются и обмениваются опытом. Волейбольный турнир в нынешнем году проходил в два круга. Команды в общей сложности провели 12 встреч. Игры были достаточно напряженными, ведь бороться приходилось с участниками Паралимпийских игр в Лондоне, екатеринбуржцами и представителями Казахстана. У нас команда мало обыгралась. Несколько легионеров пригласили из Украины, поэтому сыгранности практически не было. Но мы старались по ходу игры сразу попробовать то, что можем, все свои силы. Подключали игроков возрастных. Получалось, к середине игры уже более-менее получалось. Соответственно, сколько сил хватило, так и сыграли. В итоге первое место на соревнованиях занял «Родник-1», второе место досталось «Роднику-2», третьим призером стала команда Казахстана. А «Амич», который в шести поединках дважды оказывался победителем, стал четвертым.